Виктор Веряскин, художественное слово. Эдуард Успенский, что едят дети? Здравствуйте. В жизни видал я немало картинок. Однажды собака мой съела ботинок. Но это был случай не самый могучий. Мальчик, волк 5 лет, съел автобусный билет. Нет, ну папа деньги заплатил, а он взял и проглотил. Тут опасен хитер, вдруг заходит контролер. И как только он заходит, сразу с Вовы глаз не сводит. Ваш билетик. Нет билета. Ох, не нравится мне это. Значит, вам не сдобровать, значит, будем штрафовать. Дайте 1000 рублей и глядите веселей. Бедный папа так и сел. Наш билет ребенок съел, да мы всегда с билетом едем. Только он сегодня съедет. Ну, опасен хитер, рассмеялся контролер. Ха-ха-ха, я не верю вам, родители. Вы неправду говорите. Я 100 лет живу на свете и не помню, чтобы дети, ну чтобы билеты ели, ну котлеты, ну тефтели, но у нас в стране советов дети не едят билетов. А вокруг как заголтят, нет, едят, едят, едят. Например, мой Кантун, он все время ест картун. А мой Петенька, к примеру, ест опилки и фанеру. Если щепочка лежит, он сейчас же прибежит. А у нас такое было. Наш ребенок скушал мыло. Испугался мальчуган. Взял и спрятался в чулан. За закрытыми дверями час плевался пузырями. И сказал водитель с места. Моя дочь почти невеста. Ей уже, наверное, 5. Надо мужа выбирать. Она живет на курке и кусочки штукатурки. А мой сын Роман Романович, он съедает соску за ночь. И почти заплакал он в микрофон. В этот миг контролер от растерянности потерял половину уверенности. Впрочем, может, я не прав, я могу уменьшить штраф. Но автобус наш расцвел и такую речь завел. А у нас один ребенок съел 15 штук пеленок, коврик, одеяло и сказал, что мало. А у нас один сосед, ну, взял и съел велосипед. Представляете, ребенок кусочком съел орлен. Видно, дома не хватало витаминов и металла. А у нас есть мальчик Витя. Да он такой, что извините, он затеял драку и укусил собаку. К нам в колхоз передовик, когда уехал, грузовик, ну мы товары разгружали, тут ребята прибежали, все объели до колес. Шофер пролил море слез. Ну не шофер, а шофер. Он от слез чуть не помер. Ну не помер, а помер. Я ж вам не гомер. Да не гомер, а гаммер. У меня от вас тример. Ну не тример, а тренер. Приведите премьер. Ну не премьер, а пример. Я сказал, я не гомер. Не гомер, а гомер. Фу, да чтоб ты помер. А у нас случилось так. Наши дети съели танк. Танк он тоже все метали. Налетели, обглодали. Очень быстро, очень чисто обглодали до танкиста. Тут приходит остановка. Контролер крутнулся ловко, посмотрел на всех вокруг, да и вывалился вдруг. Обойдусь я без ихнего рублика. Это очень опасная публика.